Подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. С вами Дима, и я продолжаю проходить игру Dying Light 2. Так, ну что, остановились мы на том, что решили помогать миротворцам. Захватили первую водонапорную нашу башню, отдали ее им. Теперь у нас на улицах будут тачки, которые можно взрывать, это круто. Вот, поговорил я с этими братьями, которые захватили эту башню. Они мне сказали, что Лукас хотел убить... Барни хотел убить Лукаса. И мне теперь нужно найти доказательства этого. А найти доказательства мне нужно, отправившись в отель. И там уже узнать, причастен он к убийству или нет. Прямо сейчас туда и отправимся. Тут выход странный. Что, двери нету просто? На дворе день, у меня катана. На дворе же день. День. А что крикун тут делает? Плакальщик. Иди поплачь в другом месте. Я тебе тут бошку могу скрутить. Что-то они днем начали ходить. Подозрительно как-то. Раньше их не было. Только ночью. Давай. Вот, кстати, а это я могу открыть, да? Безопасная зона новая будет. Ну, а чё, по пути иду. Сразу и открою. Какая-то легкая мельница. Вообще без шансов ее захватил. О, за петухи, за кукарекали. Far Cry, здравствуйте. Не, ну тоже прикольно. И, кстати, пришли миротворцы, да? Да-да-да. А, ну это же их территория. Я... отдал на этой территории им водонапорную башню, пустил воду им, и теперь все точки, которые я буду захватывать, они будут доставаться миротворцам. Ух ты, сколько тут всего. Пивоварня, поселение. Сколько мне сразу ультрафиолетовых зон открылось безопасных. Прикольно. Так, бонус, скажем. Да. Все в порядке? Да нет! Я ж вроде цеплялся, а он отцеплялся. Я цепляюсь, а он отцепляется. Я умер. Так. Я еще не разыгрался. Где это я появился? А что это за значок? Я ничего не отмечал. А, это принцесса. Отслеживать. А как ее отменить? А, нет, это не принцесса даже. Все, отменил. Бесячая стрелочка была. Темное пространство есть. Так, а как? Оно внизу. Блин, может вы сами туда сходите, а? Все равно тут рядом у вас. Ладно, я схожу. Я схожу, но потом. Сейчас все равно день. Ночью бы, может, и сходил бы. Обанно. Эйден, я видел Софи и ее людей у водонапорки. Так что в мотеле никого не будет. Но не знаю, надолго ли. Сейчас пойдем проверим. Да, я понял, что рядом контейнер есть. А где? Здесь? Или здесь? Там вообще какое-то задание. А здесь вопросик просто. Скорее всего, тут. Так, а вот он мотель. Ну, мне по-любому наверх надо.
Там вопросик рядом. Блин, лишь бы у меня отдыхалки. А на лестнице не нужна отдыхалка. Ингибиторы нужны. А чё, по веревке типа? Нет. А как мне наверх попасть? А, вот оттуда мне надо. А туда как? А вот оттуда мне... Тихо, не надо падать. Так, скинь лестницу. Так, а мне что, с самого начала моста надо бежать, что ли, чтобы на нее забраться? О! Ух ты! Сколько вас здесь? Давайте, я вас сейчас пошинкую. Как капусту корейскую. Или морковку, кому как больше нравится. Ой, я устал. Так, ой. Да отдохни, да отдохни, отдохни. Ой. Ой. А что это вы здесь делаете? Это вас так много. Блин, откуда вы здесь появились? Вас тут было всего 3 человека. Так, ладно. Походу мне все-таки надо по всей дороге бежать. Я не хочу тут вопросик упускать. Ух ты. Ёпарасы-то. Сливаются с фауной и флорой. Чё-то вообще непонятно. А тут я не перепрыгну. Так, сначала. А может с той стороны где-то вход будет? Так, здесь у нас химикаты. Зарубил. Но мне очевидно, надо как-то попасть сюда. Наверное. А сюда я могу попасть оттуда. Блин, тут слишком большой уклон. Может, все-таки с этой стороны? Что-то есть. Но нет. Хорош бегать, успокойся. Нет, я хочу этот вопросик разгадать. Я не успокоюсь. И я его разгадаю. Так, а там везде химикаты. Сейчас я наверх залезу. Сверху уже видно будет нормально.
Непонятно пока. Надо еще повыше. Что за мухи? Чей труп? А почему я не зацепился за трос? Ладно, пойдем с этой стороны зайдем. Ага. Надо бы раздобыть новое оружие за стеной. Это уже произносилось. Надо повыше, надо вот. Ты выглядишь немного рассеянной. Я не могла уснуть всю ночь. Дети? Да, но не мои. Соседские. Черт. Я бы помогла тебе, но не знаю как. Спасибо. Я хочу туда наверх. Не знаю, что делать. Привет, солдат. Походу туда никак нельзя добраться. А, хотя мне и тут. Все замечательно видно. Так. Мне надо вот туда, да? Убежище ночного бегуна, что? Вот, сброшенный армейский груз. Вот это мне надо. А, мне, наверное, аж с той стороны надо. С обратной стороны надо бежать, да? Застава на крыше. 116 метров. Наверное, но это не точно. А, ну я тут никак не перепрыгну. Вот здесь. Так, а тут я могу... Нет, тут я никак не могу. Тут я не пролезу. Вообще никак. Кстати, а чё у меня он разбитый? Мой бинокль. Ты его разбил. Походу, я туда никак не перепрыгну. Не допрыгну. Очень странно. Подъема нету. Есть только вот эти штуки. Может, по ним все-таки как-то надо забраться? Хорошо. Мясник наш самый злейший враг. Именно он в ответе за бомбардировку в черный понедельник и смерть 2 миллионов человек. Ой. Я случайно на голову тебе наступил. Извини. Значит, сейчас еще раз проверю. Кстати, здесь сумки есть. О! Костяшка, ты мертвый? Ну вот лежи. Сиди, точнее. Завидую я тебе. Выживать не надо в таких условиях. Да, все-таки по трубам. Я вертикально вверх могу запрыгивать. И потом на супер тонкой трубе стоять.
Угу. Чё, типа по вот этим вот штукам ответственным? Угу. Так, главное, чтобы не выносливости хватило по-братски. Еще чуть-чуть. Не хватило. Ну, я теперь хотя бы знаю, куда мне надо идти. Прокачаться может еще чуть-чуть. У меня засыхают посевы, и я не знаю, что делать. Водой полей, я тебе воду подал, чтоб ты поливала. А у нее посевы засыхают. Ну, значит, кто-то тырит воду. Отдыхаем. Так, а скорее всего я здесь опускаюсь вниз слишком сильно. И поэтому мне не хватает выносливости. С самого низа залезть. Ну вот. Новое место, ночлежка. Заводи давай, драндулет. Так, убежище ночного бегуна разблокировано. А мне надо дальше, мне вот туда надо. Все, больше ничего нету здесь. Так, теперь на кран. Ой! Ух ты, это что было? Это что было? Я в воздухе перекрутился? Круто. А, сброшенный армейский груз. Вот они мои ингибиторы. Так. А, простая толстовочка. Батарейка. Уникальный какой-то материал. Давайте мне мои ингибиторы. В смысле, это не... Блять! А что такое? Дайте мне шприцов лучше. Алло. Так, и как мне вниз? А, вот, можно спрыгнуть, да? Я же запрыгну туда, в мягкое, или не? Надеюсь, да. Ох, хорошо. Тут сколько метров? Метров, наверное, 20. Все, идем теперь... Туннельчик. Туннельчик. В отельчик. Не в туннельчик. Нет. Давай. Тут другой есть ход. Вот он. Цивильный по лестнице. Так, в отеле вроде никого не должно быть, да? О, с первого раза открываю. Вообще изи. Так, доказательства. О, это мне нужно. Что слишком много ништяков, еще и обувь. И еще два ингибитора. Так, короче, сейчас мы применяем ингибиторы. ХПшку увеличить или выносливость. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но если у меня будет выносливости много, тогда я смогу много раз уклоняться. А если я буду много раз уклоняться, соответственно, здоровье будет целое. И, соответственно, меня никто не убьет. Значит, выносливость. Очков больше нету. Вещи. Там у меня ж
Курточка? А это что такое? Ножовка. А, я вот вижу, да, ножовку. Как сделали. А с другой стороны лезвие. Так, ну у меня тут рубаха должна быть новая. Чё? Фу. Так, и ботиночки. Ботиночки защитника. Сопротивление урону от людей. Сопротивление урону днем. И очки боя. Урон оружия. А это у нас восстановление выносливости. Расход выносливости. Сопротивление урона от людей. Нет. Это лучше то, что у меня сейчас. Так, теперь доказательства ищем. Винишка не надо. Что-то слишком много винишка. Неужели сейчас с кем-то драться буду? Так, если я с кем-то драться буду, надо сразу подготовить иммунитет отравления. Ладно, пускай это будет. Здесь ничего нет. Давай в другом месте поищем. А здесь? Оба, на что такое? Что ты нашел? А, это кусок кожи. Это кусок кожи, который отрезали. Блять, это человеческая кожа. В карман клади. Хакон, тут кусок кожи с татуировкой. Срезали с Лукаса. Что? Да. Сейчас блевану. Уходи оттуда. Мы расскажем Айтору, и он... Роешься в вещах моей сестры? Не знал, что в этой дыре пилигримов нанимают в качестве горничных. Кожу сбрасываешь, барни? Что за хрень? Мне... Кусочек Лукаса на память? Ты извращенец. Пошел ты! Неплохо, но это не мое. Я убью тебя, сукин сын! Он сказал сестры. Это типа комната сестры. Ну, где же твой друг, пилигрим? Ты чё, блядь? Давай! Чувствуешь? Тебе крышка, Эйдер! Да, блядь! Сдохни, предатель! Пущу тебе кровь! Получай, пилигрим! Я убью тебя, предатель! Чувствуешь? Не. Блин, у меня хп чуть-чуть. Блять, он меня убил. Он меня убил. Блин, ему меньше ударов надо по мне нанести, чтобы меня убить. Что ты нашел? Ладно. Что за херня? Блять, это человеческая кожа. Хакон. Так, мы это видели уже. Да. Уходи. Да, да, рассказать. Да, 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 сбрасывай кожу, погнали. Да, блять. Да, блять. А чё ты так резко делаешь? Получай, пилигрим. Подожди. Постой, постой, постой. Пущу тебе кровь. Да я ж попал по нему. Пущу тебе кровь. Да блять, ты жесткий какой типуля. Как он? Я что подобрал, не пойму. Что-то он прям супер жесткий. Еще и территория закрытая.
Я тебе делаю одолжение, говнюк! Достал тебя, говнюк! Ох ты, как я могу! Вот и лежи, блядь! Зарубил! Где девчонка? Ее здесь не было. Ее нигде не видно уже несколько часов. Че с ним будет? Знаешь, что это значит? Что? Хотел похвастаться. Сукин сын хотел доказать, что это он убил Лукаса. Так ты теперь каннибал, что ли, а, Барни? Это не я! Это он! Он подставил меня! Ладно, забираем его на станцию. Там он нам все расскажет. А это сеструлька, походу, с Германом. Ну, я так ты думаю. Ты молодец, Эйден. Зайди ко мне. Мне пора выполнить свою часть сделки. Так, это что, мы в центр города теперь попадем? Ну, а перед этим я сначала здесь все обыщу. О, опять. О, а что, еще раз могу обыскать? Нет. Сумочки с болтами собираем, пригодится все. Мы лутаем сумочки с болтами, потому что. Дефицит у нас всего, потому что. Только я не пойму, там вроде вещей много. А вот еще дверька. Дверечка, вот она еще одна. Сигарета. Кто-то забыл сигарета. Я не пойму, здесь по идее... А, ну вот она, дверь есть. Но я не могу в нее зайти, да? А отсюда? А-а. Может, это на улице уже? Как-то слишком много дверей, в которые я не могу зайти. О, кирпич. А это что такое? Кирпич? А, это шашлык кто-то делает. Фига себе, нормально. Только это, огонь горит, надо потушить. Угли должны быть. О, маг я соберу. Маг, кстати, нужен для большой аптечки. Вылечить. Чё вылечить? Не понял. А где вода? А восполнение, понятно. А воды нету. Не доработали разработчики. Ой. Да вниз я хотел. Мне в другую сторону надо. Короче, все, я тут обыскал.
чешем теперь капитану. Как там его зовут? Айтер. Ух ты! Крутяк. А я не знал, что такие штуки тут есть. Прикольно. Так, отвалите. Давай, 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 давай. Ой, хорошо, хорошо, давай. Рывками, рывками. И забираемся. Вот здесь можно подняться. А ну-ка, отвали. Доедает кого-то. Рук, ног нету. А, он не тут. К нему еще дальше бежать надо. Ну ладно. Я не могла уснуть всю ночь. Дети. Да, но не мои. Послушай, тут... тут такое дело. Ты еще не расплатился со мной за прошлый раз. Что делать, если мне этого Что? Кто там тамкает? Кто? Кто там? Кто там тамкает? Чё, ха-ха? Понятно. Ой, до свидания. Там спят зомбаки. Я быстрее молнии. Здорово, никому меня не обогнать. Кому? Тебя никому не обогнать? Ну, естественно, ты у нас левитируешь. Ты не бегаешь, а летаешь. Кто тебя обгонит-то такого? Красавца. Отвалите. Нет, ты меня не видишь. Тебе показалось, что мимо кто-то пробежал. Не шевелись. Вот, о, херасе, он камни в меня кидает. Сюда, гнида. Угадай. Кто меня камнем кинул? Так, а как мне, кстати, тачки взрывать, которые начинены взрывчаткой? Ага, я успел. Бля, вот он! А ну иди сюда! Подави! Да, дай ему ногой! Хорош! Камнями меня кидать вздумал. Ты не знаешь, кто здесь папа? Я здесь папа. Я здесь number one. Что за челики? Разыскивайте. Ты всегда можешь поговорить с Хуаном. По нему не скажешь, что он захочет поговорить. Ты убил командира. С какой стати? Голоса в голове? Сестра попросила. Иди в пизду! Я ненавидел его. Но даже я не настолько туп, чтобы его убивать. Когда я ловлю кого-нибудь, даже с поличным, они до конца все отрицают. А вот ты, возможно, настолько туп.
В этом случае, думаю, ты полный кретин. Пытаешься разозлить меня, чтобы я убил тебя на месте? Нет, я так не играю. Будет суд и приговор. Вот. Не зря я согласился за миротворцев, потому что они еще пытаются как-то сохранить порядок, жить по конституции. Так, ну это не он сделал. Ну это очевидно, что он когда зашел в комнату, он мне говорит, типа, зачем ты роешься в вещах моей сестры? То есть это комната сестры. Зачем ты снял кожу? Ну давайте спросим. Зачем ты срезал его татуировку? Говорю тебе, я не знаю, потому что не делал этого. Да, иногда у меня сносит крышу. Но я не сраный психопат. Ты самый больной психопат, которого я знаю. Но тебе кто-то приказал убить Лукаса и доказать ему это. Сосредоточься, сраный миротворец. Я же сказал, что это не я, ясно? Докажи. Блять, даже я понимаю, что если ты просишь это доказать, то на меня ничего нет. Ты, блять, блядская. Зря теряем время. Ты убил Лукаса. Дальше что? Я понятия не имею, дебил, потому что я этого не делал. Стоит меня обидеть, отомщу. Но я тебе не убийца. Оставь, Эйден. Такие, как он, просто любят создавать хаос. Довольно. Этот идиот не скажет правды. Зачем мне лгать? Я бы выиграл больше, сказав тебе, что убил Лукаса. Чего я не делал. Не ожидал рационального мышления от того, кому нужен отдельный мозг, чтобы не обосраться. Это ты обосрался. Отъебись от меня, наконец. Этот кусок кожи – доказательство. Железное доказательство. Хватит тратить время на этот кусок дерьма, Эйден. Его будут судить и приговорят к смерти. Во-во-во, зачем к смерти-то? А наше соглашение? Оно в силе. Иди к туннелям метро. Встретимся там, когда избавимся от Барни. Но еще кое-что. Че? Покажи услугу. А, какую? Тет-а-тет? Секретики? Да. Когда попадешь в центр, там моя жена и дети. Передашь им кое-что от меня. И скажи, что я в порядке. Тебе что, больше некому это доверить? Возможно, нет. Ну, если это не я, то ты не собираешься меня подставить? Нет. Там есть адрес. Так, у нас задание выполнено. Ух ты, мне C4 дали даже. Чертеж даже. Главарь банды. И новое сюжетное задание пошло. А что это такое? А, ух ты, это капслуком я 180 градусов поворачиваюсь. Прикольно. Так, а что у меня там? Войдите в туннель. Все, короче, открыто мне. Дорога в центр города открыта. Но вот это вот странное движение, почему, вообще непонятно. Тут очевидно, что это убила сестра. Ну, либо, ну, не конкретно она, а руками, возможно, своего телохранителя Германа. Но она, скорее всего, к этому причастна, потому что тот кусок кожи, который я нашел, он был в комнате этой девушки. Собственно говоря, там, ну, так, ну, мы будем с этим разбираться и выяснять. Потому что надо доказательств, наверное, больше. А на этом сегодня. И всем, кто досмотрел до конца, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это очень важно для развития канала. Ребята, вы даже не представляете, насколько. И если это не сложно, а это очень несложно, это всего лишь одна маленькая кнопочка. А для меня это очень большой прогресс. Всем спасибо, всем пока.